Всем тыквенный привет, с вами Дрим. Ну что ж, ребятки, на дворе ночь, я записываю ролик. Это значит, что в игру только что завезли, наконец-таки, тот самый кейс-рулетка, да, где вы можете выбить себе улучшаемый скинец на МКшку, а также еще дополнительно вот такие вот прикольные мифики. Я бы вот этот, конечно, выбил, он с тыквой смотрится очень даже неплохо. Плюс к этому крутецкая эмоция вот такая у нас есть еще, ребятки, дополнительно. Ну и, само собой, сама МКшка, да, который мы с вами будем тоже пытаться выбивать. Так что, ребятки, прямо сейчас мы с вами зайдем на аккаунт Хардыча, будем крутить, потом вернемся на мой аккаунт. Плюс к этому, ребятки, если вдруг кто не в курсе, как я и говорил в своем телеграм-канале, наконец-таки разработчики добавили то самое событие, награда за покупку или, как многие ее называют, возврат UC, да? То есть то самое событие, где вы при пополнении получаете UC-шки обратно, а также еще и вот такой вот кейсик, где может упасть именно, в принципе, максимально вот такое вот количество UC-шек. Так что, ребятки, до 22 февраля можете именно пополнять, крутить и, конечно же, получать еще дополнительные бонусы сверху. И это вы можете сделать прямо сейчас через мой магазин UC-шек, который работает круглосуточно. Да, ребятки, если вам нужны UC-шки быстро, выгодно, оперативно и, что самое главное, гарантированно, тогда, ребятки, приходите в мой магазин UC-шек. Ссылочка есть в описании. Самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми UC-шками. И да, кстати, если он до 22 числа будет доступен, данный возврат, то, конечно же, в ближайшее время будет опять у нас на прокачка аккаунта, ребятки, поэтому не забывайте, что у нас проходит розыгрыш, да, ссылочка в описании. Переходите, участвуйте, все это сделано для вас в знак благодарности за вашу поддержку. А также еще есть там в описании ссылочка на розыгрыш 3 РП. Плюс к этому есть ссылочка на телеграм-канал, где прямо сейчас проходит розыгрыш 24 тысяч UC-шек. Короче, переходи, участвуй, все это сделано, конечно же, для вас. Так, ну что ж, ребятки, мы с вами на аккаунте Хардбаса. И давайте посмотрим, что же по дропу из этого кейсика. В принципе, нам нужно, конечно, постараться забрать отсюда все и даже больше. Поэтому... погнали, давайте крутить. Посмотрим, как здесь сыпать будет. Давай за 10 UC-шек что-то дропни. Ага, я тебя понял. Кстати, вот те самые монетки, которые мы в прошлый раз крутили на Кихарда. Вот они сейчас пригодятся. Так, молотов есть, поехали дальше. Хаешечка. Поехали дальше. Повторки, о, хорошо. Так. Так. Материальчик, неплохо. А что там по мификам? Ничего падать не будет? Ага. Оба. МКшка. Нормально. Еще и... вот это десятка. Мифик и МКшка. Нормально, бать? Это за сколько прокрутов? Это за 120 прокрутов. Чей аккаунт? Ну да, вы знаете, да? Это аккаунт Хардбасыча, конечно. Как без этого? Просто МКшка. Еще одна МКшка, три материала. Чего нет-то? Почему нет, конечно? Еще одна МКшка. Хочешь еще? Пожалуйста, три. Давай, давай, чего нет-то? Три МКшки. Четыре МКшки. Четыре МКшки. Вы серьезно? Так, и головы тоже мифические, кстати. Четыре МКшки, алло. Это что за дроп такой? Сглазили, да? Угу, понятно. Ля, два материала. Здесь можно фармить материалы, ребятки. Четыре МКшки и кучу материалов. Мифик, сюда. Так, давайте все заберем. Может быть, нам уже и хватит, в принципе, да? Не будем дальше крутить. Так. Сюда. Ну, слушайте, десяточка, конечно, была имбовая. И МКшка, и костюмчик. Так, что тут у нас? Нам хватает и на то, и на другое. На эмоцию нам не хватает, да? У нас здесь 680. А, нет, даже чуть-чуть не хватает. 20 там монеток. Ну, это я не думаю, что он... Ну, за 80 монеток, в принципе, можно. И обвесики. Обвесики, здесь пачка. Но это уже хард, если захочешь. Давайте еще покрутим. Вдруг что-то упадет. Нам нужно насобирать... эмоция сколько? Я еще раз посмотрю. Подождите, ребят. Эмоция 200, да? Еще 680 плюс 200... получается 880. Но эмоция имба, просто посмотрите на нее. То есть эмоцию... грех, конечно, не забрать. Эмоция мега сок. Короче, нам нужно 880. У нас
700, да? Еще 180. Ну, посмотрим. Может быть, если не упадет, потому что здесь количество ЮЦ-шек ограничено, а хард спит, то мы просто заберем остальное, а голову забирать не будем. Ну давай, еще один мифик, ну. Ну давай. Ну давай. Материал. Так, 779, да? Ну, я думаю, он уже не упадет, наверное. 680, 880. Нужно еще сатен. Граната. Молотов. Ну давай, голову сыпани. Нам нужно за 3 десятки 60 монет. Это нереально, если не будет повторок. И еще одна десятка. Чуть-чуть не дотянули. Самую малость. 860, а нужно было 880. Ну, уже хард сам все добьет. Мы, как бы, в принципе, что можем сделать? Мы забираем еще один костюмчик сюда. Закрыть. Ну и, наверное, он голову сам заберет, а мы заберем эмоцию, правильно? Потому что эмоция реально сочная. Давайте так и сделаем. А голову он уже заберет, там 20 монет осталось, это 19 монет даже. Предлагаю пойти на мой аккаунт и покрутить. Посмотрим, может быть, у меня тоже фартанет, что нет-то. Так, ну что ж, ребятки, на аккаунте Хардача покрутили. Теперь давайте покрутим у меня. У меня есть много скидочных купонов, которые мне получилось забрать из события, это раз, да. Во-вторых, конечно же, надеюсь, вот видите, за 0 ЦШек, надеюсь, мне также сыпанет. И я смогу себе выбить именно костюмчик, МКшку. Ну, потому что на Аки Харда реально был дождь из МКшек. Поэтому есть надежда, что все-таки МКшка упадет раньше. Ее не придется покупать. Надеюсь, по крайней мере, на это. Хотелось бы увидеть на своем аккаунте, но пока что... Начало не очень. Ну, блин, реально, это рулетка какая-то максимально нудная. Я не знаю, как ее назвать. Ну, типа, здесь только с пропусками открывать. Вот как открывали на Аки Харда, так и открывать нужно. Давайте сделаем так. 5 раз с, 5 раз без, да? Вот так будем делать, потому что реально очень нудно. Ну, типа, что? Монетка, да? И смотри, сейчас опять монетка. Краска. Понятно. Первая хаешечка. Ну, хаешечка хорошо, потому что это будет у нас... Если будет повтор... Если будет повторка, это будут дополнительные 14 монет. Это очень даже неплохо. Хотелось бы, чтобы еще и молотов упал. И сковородочка пускай упадет. О, вот и молотов. Ну, мы уже по Аку Харда поняли, что они именно чаще всего будут падать. Как повторки, да. И на них можно нафармить именно монеток. Так, это у нас было уже 3, да. Еще 2 открываем так. Потом идем открывать с пропуском 5 подряд. Ну, давай, давай МКшечку. Очень бы хотелось МКшечку увидеть, пожалуйста. Хочу такой же дождь, как у Харда, пожалуйста. Там 4 МКшки было. Игра. Пожалуйста. Молотов. Ожидаемо. И монетка сейчас будет. Так, и последний раз. Ну, скидочки есть, это хорошо, конечно. Давай МКшку. Ну, давай. Материал. Не, материал тоже неплохо, конечно, для прокачки данной МКшки. Я ее буду качать, наверное, до 5 уровня. Потому что у меня на МКшке нет ничего такого прям... Понятно. А теперь давайте с пропуском откроем, да? Поехали. Раз. Хаешка. Двас. Ничего. Трис. Тоже ничего. Четыре. МКшка! МКшка, сюда! Хорош! И 5. МКшечка упала, уже прекрасно. Я буду копить конкретно на костюм. И все, дальше мне уже неинтересно, если честно. Ну, слушайте, МКшка, в принципе, очень даже быстро упала. У нас еще 6000 ЦШек. Поэтому есть шанс, ребятки, есть шанс, что, возможно, она тоже еще упадет пару раз у нас, как это было у Харда. Тогда вы уже сможете сделать для себя какой-то вывод, что, в принципе, да. Здесь реально дождь из МКшек. Но пока что его еще нет. Слушайте, а может они именно с пропуском сыпятся? Ну, типа, вот сейчас проверим, да? Вот сейчас еще 3 раза откроем без.
Если вдруг она с пропуском опять упадет, то я буду дальше с пропуском открывать. Потому что на Акихарда именно с пропуском упал и мифик, и МКшка. Что, в принципе, логично. Давай, давай, давай. Я хочу в этой рулетке видеть, знаете, когда падает что-то вкусное. Я тебя понял. Еще три раза, поехали. Угу. Я тебя понял. Ну давай, ну что ты? А можно мифик вот этот вот мужской я хочу, вот первый. Вот первый, пожалуйста. Не женский, вот мужской, чтобы не покупать. Вот как харда упала, можно, пожалуйста? Игра, алло. Ладно, фиг с ним, давай еще МКшку просто. Не. Ну это реально долго. Это реально долго и нудно. Вот напишите в комментариях, как вам вот такая вот рулетка. Вот все-таки лучше на те рулетки, да, которые у нас именно отдельно, ребят, да, где можно там крутишь, вот как, к примеру, сейчас золотым костюмом, как это было раньше. Или такая тематика вас, в принципе, устраивает. То, что там по 300 ЮЦ-шек, 360 ЮЦ-шек прокрут, и то, что есть эти монетки постоянные. В принципе, монетки это хорошо, потому что за них можно именно купить не из этой рулетки, что-то из другой, да, это меня тоже устраивает. Но вот сама рулетка, она, ну, максимальная нудятина просто. Если бы я вот сам открывал, я бы реально, как и Харда, давал аккаунт, чтобы кто-то за меня открывал. Потому что это, ну, просто посмотри на это. Ничего не падает. Так, и теперь с пропуском 5 штучек, да? Поехали. Раз. Головами. Два. Молотов. Три. Четыре. И 5. Ни одной МКшки. Что очень даже плохо. Кстати, упала голова та, которая харду не упала. Которую нужно ему докупать. Да. А давайте еще два раза откроем, чтобы было 7. Потому что моя любимая циферка 7. У меня, в принципе, уже хватает на мифик. Ну, давайте докручивать. Вдруг все-таки МКшка упадет. Еще пару раз. Нет. Нет, нет. Ладно, поехали. Давай. Я хочу, как на Акихарда, там по 3 материала, ё-моё. Я знаю, что хотеть не вредно. Но было бы желательно. Мифик голова, ну такое себе, если честно. Хотелось бы костюм. Мужской именно. Давай, давай, давай костюмчик, пожалуйста. Я просто бы хотел еще закупить эмоцию, потому что 200 монет на нее нужно, а она отсюда не падает. А 200 монет за 2000 ЮЦ-шек я отсюда 100% не выдерну. А эмоцию хочется, эмоция прикольная. Ну дай мне МКшку еще раз, ну что ты прям. Спасибо, конечно, что запанула заранее, но... Короче, пропускаем. Ну я думаю, это последняя будет такая, и опять скоро откроем с пропуском, и в принципе все. Ну, потому что скучно. Не знаю, как вам, но мне уже хочется побыстрее МКшку прокачать. Короче, жду ваше мнение в комментах, ребят. Как вы думаете, какие рулетки были лучше? По мне, те старые были намного интереснее, чем вот это вот. Ну, давай. Удиви. Удивил. Повтор мифик просто. Просто повтор мифик. Давай наберем, пожалуйста, на эмоцию. Я тебя прошу. Еще последняя осталась. Давайте уже так откроем последнюю. Ну давай. Давай мне мифик. Давай мифик, пожалуйста. Миф костюм мужской. МКшку. Что-то. Повторку, пожалуйста. Ну придется докручивать позже уже, конечно. Буду крутить по 10 цешек и наберу уже нужное количество и заберу эмоцию. Да. Ну, короче, МКшка, в принципе, вы видели на Акихарда, что там происходит, да? Но у меня, в принципе, она тоже упала. Костюмчик смотрится неплохо, поэтому я его хочу забрать именно мужской. Забираем. И для эмоций еще целых 38 монет нужно. Ну, будем набирать по чуть-чуть. Так, где тут костюмчик? Давайте оденем. Ля какой. Не, ну костюмчик топ. Костюмчик топ. Погнали, давайте качать. Погнали качать. На Акихарда не качали. Давайте посмотрим, если мне хватает краски. Так, 25, 65, сатен, 170. А вот этого мне не будет хватать для финальной формы. Ну, а это уже не так уж интересно.
Хотя это прикольно, да. Но... Какая вообще МКшка есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Стоит ли? Где она находится, эта МКшка? В дробашах. Угу. Так, и... А, у меня это прокачано, да? Ну, тут как бы да. Эту нужно прокачать и на метро пойти погонять, да? Короче, пишите мнение в комментариях, ребят. Качать мне эту МКшку? Я честно думаю прокачать, но видите, мне краски не хватает, чтобы дойти до окончательной формы. Пишите в комментах, качать или нет. Я думаю, что надо все-таки качать, потому что, ну, МКшка топовая. Финальная форма особенно выглядит очень сочно. Вот это мне прям, ну, прям очень зашло. Посмотрите на эту красоту. В общем, вот такой вот дроп, ребятки. Делайте выводы, крутить или не крутить. На этом все. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим. Всем топ-1.